друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. Особенно добро пожаловать на вашу любимую рубрику «Битва строителей в Майнкрафт». А теперь резкое объяснение правил. У меня, а также у моего противника, будет своя зона для постройки. При помощи раздатчика мы на удачу выбираем постройку, которую будем строить. Человек, который за 5 минут времени построит лучшую постройку, выиграл. Похоже на футбольное поле, не так ли? Но есть один нюанс. Сегодня мы не просто будем сражаться, но а также троллить моего друга. И троллить достаточно сломанным модом. Меня посетила гениальная мысль о том, что мы можем с вами уменьшаться в 16 раз и быть размером с 1 пиксель. Таким образом, наш противник вообще никогда в жизни не догадается, что мы будем подсматривать за тем, что он там строит. Я уверен, реакция у него будет на 100%. Поэтому обязательно досматривайте этот ролик до конца. И если вы ждали новую битву строителей, то не забудьте поставить лайк, ведь ваши лайки греют душу. Чем больше лайков, тем больше битвы строителей. Вот если 2 лайка наберем, будет вообще приятно. А также вы посмотрите на эту красивую кнопку Ютуба. Что же она означает? Наверное, она похожа на кнопку подписаться. А что с ней нужно сделать? Ведь она красная. Правильно, превратить ее в серую. Вот таким вот образом. То же самое вы можете сделать под видео. Спасибо огромное. А мы начинаем. Приятного просмотра. И сегодня моим соперником будет Добейт. Привет, Добейт. Всем привет, дорогие друзья. Фиксай, кстати, мне интересно, а где кнопка Ютуба? А, слушай, походу уже все подписались на канал так быстро. Я даже удивлен. Я сам в шоке. Слушай, Добейт, ты же знаешь, что сегодняшний приз будет составлять 30 тысяч рублей за самые лучшие постройки. Сколько? Да-да-да. Ты говорил 5 вообще, а теперь 30. Но главное, знай, ты меня не победишь, ведь я лучший строитель в Майнкрафте, ё-моё. Ну вот поэтому я и позвал тебя в сегодняшнюю битву. Давай, как обычно, на камень, ножницы, бумага. Выберем, кто будет нажимать на данную кнопку. Тогда бери себе предметы. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А, мы даже выкидываем. Угу. Но у меня и у тебя ножницы, хорошо. Давай еще раз. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так, Фиксай, давай мне тут без шуток. Еще раз. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Да ты издеваешься! Короче говоря, все, я нажму на эту кнопку, и мы посмотрим, что выпадет. Итак, это компьютер. Компьютер? Угу, пикей. Ну что, окей, все, теперь точно по местам, поехали. У нас всего будет 5 минут на постройку, Добейт, ты готов? 5 минут? Да. Не, я всегда готов, Фиксай. Ну что же, на счет 3. Раз, два, три. Время пошло. Ну что же, вы наверняка думаете, почему я чилю и ничего не строю. Все легко и просто. Прямо сейчас мы с вами будем немножко троллить Добейта. Я установил моды, которые он не знает, что они установлены. Они у него даже не показываются. При помощи этого мода мы со спокойной душой можем себя уменьшить 16 раз. Вы посмотрите, какое теперь все огромное и какое маленький. Дальше мы возьмем вот такой с вами инструмент. Алмазная стамеска, при помощи которой мы можем ломать блоки единично. Вы посмотрите. А это означает, мы сейчас проберемся незаметно к Добейту, он меня даже не заметит. Чтобы удивить Фиксая, мы построим не просто компьютер, мы построим компьютерный стол. Здесь у нас будет находиться наш системник, а сверху будет находиться сам компьютер. Вместе с 3 мониторами. Я думаю, Фиксай будет в шоке, когда увидит 3 монитора. Так, пробираемся, и все, вот мы с вами здесь. О, господи, вы посмотрите, какой компьютер гигантский он строит. Я как понимаю, начал он со стола. Эх, все это время Добейт будет стараться что-то строить. То время, когда мы просто скопируем его постройку и посмотрим на его реакцию. Я еще предлагаю потом скопировать его постройку и заменить материалы. Это будет гениально. В целом, я думаю, мы с вами уже можем начать потихоньку. Он все равно меня не видит. Так, отлично. Теперь полетим в этот угол и скопируем у него стол. Так, супер, скопировал. /копи. И теперь по-быстрому возвращаемся обратно в нашу норку. Я чувствую себя Джерри с Тома и Джерри. Найти бы еще, откуда я пришел. А вот она, нашел. Прекрасно. Теперь мы приступаем к самому компьютеру. Думаю, компьютер мы сделаем какой-нибудь, знаете, такой футуристический. Начнем, значит, с корпусом. Все, вот мы с вами здесь. Теперь немножко отлетаем. Вот куда-нибудь вот сюда. И прописываем пасты. Все, готово. Полностью его рабочий стол теперь есть у нас. Предлагаю вернуться в исходное положение и теперь уже нормально построить. А, слушайте, стол-то не такой уж и огромный. Да, делаем тогда типа системник. Бедный Йорик, зачем ему череповизора? А, мне будет так интересно посмотреть на лицо Добейта, когда он увидит то, что у нас столы одинаковые. Мне кажется, он вообще ничего не поймет. А, как же я обожаю эту рубрику, друзья. Если вы тоже, то ставьте ваш лайк. Ну, а теперь построим монитор. У него будут вот такие вот ножки для того, чтобы сам монитор держался. Затем делаем с вами рамки монитора. У нас будет вот такой вот непропорциональный
функциональный немножко монитор. Также здесь сделаем мышку и какую-нибудь клавиатуру. Теперь мы добавим внутренности нашего компьютера и закроем все это оргстеклом. Теперь мы делаем с вами кресло. Наш геймерский трон готов. Теперь приступаем к самому компьютеру. Слушайте, ну по-моему идеально. Конечно, это немножко похоже на шахматную доску, но почему бы и нет? И как я и говорил, мы прямо сейчас заменим вот это вот дерево на другое. И по углам здесь вот такую вот красоту наведем. Прям как у него. Все, время вышло. Добит. Ой, не пугай меня. Ты слышишь этот звук? Этот звук означает то, что время вышло. А значит, что настало время смотреть постройки. Я слышу, время вышло, да-да-да. Че, да-да-да, ты закончил постройку свою? Конечно, фиксай, конечно. Добит, я уже лечу смотреть. Ты готов? Да, да, я знаешь, у меня поэзия разбитый монитор называется еще, вот. А, прекрасно, ну все, мне смотреть, да? Да-да, можешь смотреть? Давай, раз, два, три. Нифига себе! Фиксай, это не просто компьютер, это стол, на котором два монитора. Ну, планировалось три, но вот по итогу это теперь мышка с антенной. Офигеть! Слушай, ну кажется, не только у одного у меня кривой монитор получился немного. Это, знаешь, это такая новая технология, чтобы двигать мониторы, понимаешь? Чтобы удобненько было. Слушай, такой компьютер красиво получился. Ага, а ты самое главное, зацени, какое кресло удобное. Просто сидишь в нем и кайфуешь. Вау, кресло реально очень классное. Слушай, Добит, а у меня один вопрос тебе. Да. А ты зачем у меня стол украл? В смысле стол украл? Ну, вот так, пошли смотреть мою постройку. Пошли. Так, ребят, я выключил микрофон. Мне кажется, он пока что вообще ничего не понимает. Я не знаю, дойдет до него то, что у нас столы одинаковые или нет. Так, все, я включил микрофон. Где тут одинаковые? Я только вижу, что у тебя тут немного поломалось, потому что у тебя по бокам вот такие доски с темного дуба, а тут почему-то и светлого. Ну да, я просто не успел, времени вообще не хватило. Ножки, ну, мое уважение, реально. Спасибо большое. Ну, я, конечно, особо крутой это строитель, но вот что-то построил. Что-то мне напоминает этот компьютер. Что напоминает? Вот особенно отсюда. У него почему-то очень жопа похожа на мой. Но я думаю, это всего лишь совпадение. Нам же обоим нравятся такие цвета. Красный такой. Ну знаешь, да, конечно, у меня же скин полностью красный, естественно. Так, ну все, отлично, тогда добей тогда. Переходим к следующей постройке. Давай, полетели вверх. Ой, ребят, я выключил микрофон. Это просто. Я не знаю, либо он прикидывается, либо он реально не понял, что у нас одинаковые столы. Но пока что все идет по плану, все идет идеально. Фиксай. А что ты замолчал, а? А, что? Я здесь. Ты готов все еще постройки переходить? Да, я готов. Че, тогда давай, я нажимаю. Давай, твоя очередь. И нам выпала дорога, шоссе. Ого, вот это вот что-то интересненькое. Ну что же, добей, раунд номер два. Строим шоссе. Поехали! Погнали! Ребят, я просто в шоке! Я вообще не ожидал такой реакции! Вы видели, у него вообще на лице ничего не было! Мне кажется, он реально вообще ничего не заметил! А все благодаря тому, что я заменил дуб на березу! И еще получилось так, что мой стол был отзеркален, поэтому вообще ничего схожего не было! Единственное, что он заметил, так это то, что компьютер был похож! Но красный цвет я реально люблю, точно так же, как и синий! Итак, шоссе это что-то интересненькое! Так, быстренько бежим в нашу дырочку, посмотрим, чем там сейчас занимается Добит. Ага, он начал с фонарных столбов, или мне кажется? Что это вообще такое? Итак, давайте удивим немного Фиксая и сделаем, значит, наше шоссе в стиле киберпанка, вот. Я думаю, это вообще будет очень круто и довольно экзотическо, так что мне нравится. Для начала поднимем его и погнали строить. Я не знаю, но я сейчас попытаюсь это повторить один в один. Значит, он взял каменное ограждение. Такс, булыжная ограда. И начал делать что-то вроде вот такого. Затем стекла он проложил почему-то вот таким вот образом. Я не знаю, что я строю и вообще... Разве это похоже на шоссе? У меня такое чувство, что нет. А сверху так вообще он почему-то наковальню поставил. Такс, я хочу еще раз посмотреть. И, что вообще? Каким вообще образом? Это он мост строит? Теперь он это удлинил. У меня появилась небольшая идея для троллинга. Мы сейчас возьмем и немножко удалим его постройку. Так, сделаем так. Теперь заходим сюда, потому что можем себе позволить это сделать. И прописываем сет 0. Мне кажется, сейчас он вообще в полнейшем шоке. Стоп. Что? А куда пропало? Не понял. А в смысле оно... А куда оно пропало, Так, а теперь прописывай манда. Все, вернули ему. Ой-ой-ой-ой, осталось очень мало времени. Осталось очень мало времени. 47 секунд осталось. Для чего надо было делать вот это, я не понимаю. Так, я тогда предлагаю просто скопировать верхушку. Пофиг на все остальное, просто скопируем верхушку. Ладно, надеюсь, то, что дальше лагать не будет, и я смогу нормально достроить свою постройку. 19 секунд осталось. Быстрее, мы успеем. Так, возвращаемся в норму. Все, я здесь. О, нет, время вышло. Теперь вставляем. Все упало. Нет! Быстрее ломаем вот это! Теперь уничтожаем вот это вот все! Магия!
Оп. Сюда. Супер, у нас готово шоссе. Просто летающее киберпанк шоссе. И создаем имитацию того, что как будто машины летают у нас. Потому что, ну, это же все-таки как-никак у нас киберпранк. Ну и раз добит у нас пока что молчит, я придумал еще один небольшой способ затроллить его. Прописываем здесь первую позицию. И здесь прописываем вторую позицию. И теперь, когда он скажет, иди смотри мою постройку, мы удалим его постройку. И посмотрим, как он будет оправдываться. А мы будем говорить, что он в итоге ничего не построил. В то время, когда я построил, ну, хоть какое-то шоссе. А теперь, чтобы удивить Фиксая, мы сделаем еще так, лучше. Так, добить! А, Фиксай, ты уже все, да? Да, время уже давным-давно вышло. Даже так. Ой, там, знаешь, залагало немного. А, ну ничего страшного, слушай, ну я, в принципе, готов тебе показать свою постройку. Да? Ты готов показать мне свою постройку? Да, давай, в этот раз ты будешь смотреть мою постройку. Да, хорошо. Ну тогда я полетел смотреть твою постройку. У нас сколько было времени дано? 5 минут? А, ну да. А чё? Чё ты смеешься? Фиксай. Ой, ты когда увидишь, что я построил за эти 5 минут, ты поймешь, почему я смеюсь. А, да, почему? Кстати... Вот шоссе как шоссе, дорога, две дороги. Стой, подожди, мне вот интересно, ты чё, тоже решил использовать цемент? Ну, конечно, цемент, это же дорожный материал. Ну, да, но ты решил использовать это, а не другой блок. Ладно, ну, допустим. Ой, да ладно выпендриваться, давай показывай, что ты там построил. А теперь смотри на мою постройку. Давай. Это что? Это твое шоссе такое? У меня тут было огромное шоссе в стиле киберпанка. Чё ты рассказываешь? Какое там в стиле киберпанка? Вот это вот твое шоссе, вот это стекла, вот это киберпанк. Это стекла, это было типа имитации летающей штуки. У меня тут было шоссе, у меня уже залагивало. Подожди, Фиксай, оно сейчас вернется. Оно сейчас вернется, подожди. Может, у тебя залагало, и оно просто не построилось? А ты думал, что ты строил? Да в смысле? Я блоки, я прям брал, прям старался, делал, чтобы было красиво. Оно тут должно быть. Подожди, сейчас прогрузит сервер и вернется. Да нет, ничего, да ты шутишь, ты просто ничего не построил. Да я не шучу, у меня есть видео доказательств, что я строил его. Да нет, ничего, что ты рассказываешь? Оно было очень красиво. Да ну это сказки какие-то. Так, ребят, я выключил микрофон, ладно, все, мне кажется, вообще пора вернуть это. Все, я включил микрофон. Ладно, может, если F3A нажать, перезагрузка все. Да даже перезагрузка из чанков не помогает. А ну-ка, я тоже попробую сейчас F3A нажать. О, F3A помогло! А почему мне не помогало? Слушай, реально, да, есть все-таки у тебя дорога. Да, я же говорю, что залагало, а ты мне не верил. Смотри, блин, это... да, точно залагало реально, походу, ну ничего страшного. Это кибершоссе. Видишь, тут еще машины у меня летают по этой дороге, как бы, да. Вау, красиво. Ага, и оно летает. Я же говорю, что вот эти стекляшки, это типа имитация того, что это шоссе летает, оно парит над воздухом. А, нифига себе, круто вообще. А я вот сейчас это летал и думал, что это такое? Да. Слушай, добить, ну молодец, слушай, я ставлю тебе прям 150 баллов за такую постройку. Кстати, подожди, у нас прям очень сильно дороги похожи. Прям так же, четырехполосный, так же в два блока. Ну, тогда так строится любое шоссе. А почему ты решил делать не в три блока ширину, типа вот так, так? Так, а кто делает на шоссе трехполосы? А, ну да, на всех шоссе трехполосы. Добит, ты меня тут это спрашиваешь, что ли, будешь? У нас уже там битва строителей. Ну, ладно. А, ну да, нужно спрашивать на битве строителей, да. Стой, а если вот так вот смотреть между, они вообще как будто одинаковые. Так это получается, ты у меня украл? А в смысле я? А ты заметил? Я вот тебе не предъявляю, да ты мне предъявляешь. Да потому что мы уже с тобой играли одну игру, когда... У нас было много. Ты уже мухлевал тогда. Я понял. Я понял, добей. А? Ничего, что твоя постройка выходит за пределы. И если вот так посмотреть, можно спокойно увидеть материалы, которые я использовал. Ага. Ты считаешь, что я повторил вот это у тебя? Да. Чего ты смеешься? Так оно и было, 100%. Фиксай. Даже если убрать вот этот цемент, моя дорога уже будет выглядеть намного лучше, чем у тебя. Слушай, а вот этот мы с тобой узнаем вот на третьей постройке, ага. А давай. И посмотрим, кто построит лучше. Ну что же, добей, третий решающий раунд, который покажет, кто настоящий строитель. Ну давай тогда нажмем. Давай вместе. Раз, два, три. Опа, и что выпало? База от зомби. База от зомбу? Слушай, Фиксай, я даже знаю, что я уже построю. Мне кажется, я тоже знаю, что я построю. Ну тогда что, начинаем? По местам, поехали! Поехали. Итак, сейчас мы с вами удивим Добейта по полной программе. Ведь я буду строить из самых малюсеньких блоков. Вот прямо на этом участке, прямо сейчас мы построим базу от зомби. Пока Добейт там будет стараться делать гигантскую
гигантскую, красивую, защитную базу, мы сделаем самую маленькую. Тогда, мне кажется, он все поймет, как вы это все делали, но зато троллинг удастся просто на 100%. Но сначала мне интересно узнать, что он там вообще делает. Знаете, я думаю, это будет очень легкая для меня постройка, ведь я уже знаю, что я буду строить. Моя постройка настолько удивит Фиксая, что он просто скажет: вау, да бейт, это просто самое лучшее, что я видел, это самая лучшая база от зомбу. Потому что что мы сделаем? Мы сделаем не просто базу от зомбу, мы сделаем прям настоящий форт-пост от зомбу. Так, прокопались. Господи, да как он это делает? Он уже начал строить какие-то непонятные схемы. Ладненько, вернемся обратно, пока начнем строить свое, а потом вернемся к добиту и посмотрим, что он там такое делает. Итак, берем, например, тот же самый андезит. И все, начинаем строить. Можем, в принципе, уменьшиться. И так нам строить будет намного проще. Первая ловушка, с которой столкнутся зомбу, это будет пики, на которые зомбы будут падать и просто умирать. Отлично, теперь продолжаем строить здесь. Итак, основу мы с вами подготовили. Теперь строим что-то вроде забора. Прекрасно! На пятерочку, значит, мы делаем в ту сторону. И на пятерочку мы делаем в ту сторону. Во! Это просто цитадель от зомбу. У нас, можно сказать, получается вот такая вот клетка. Давайте увеличимся и посмотрим, как это выглядит со стороны. О, это идеально! Почти все. Теперь делаем здесь стенды, чтобы стояли лучники. Красота какая! Просто искусство творю! Историю, я бы сказал даже. Не географию ни в коем случае. Идеально! Теперь берем лаву и делаем ров с лавой. Быстрее, мы должны успеть, осталось 5 секунд. О нет, время вышло снова. Почему 5 минут проходит так быстро? Ладно, я думаю, добит не будет против, если мы еще одну минуточку построим здесь. Опа, гляньте просто, как же это красиво выглядит. Только, конечно, я немного накосячил. И нужно было все-таки сделать как-нибудь так вот. Но сейчас с ручками все исправим и нормально. Готово, господи, мне кажется, это идеальная база против зомби. А теперь настало время глянуть, что там добит строит. Наверняка у него что-то жесткое очень. Прокапываемся. Офигеть! У меня есть одна небольшая идея. Мы сейчас прокопаемся здесь, прямо в его базе. Так, где он? Где он? Я его не вижу. А, так у него еще ничего не готово почти. А где он может быть? Я его не вижу нигде. Так, вон он, я его вижу, спускаемся. Проходим сюда. Где-то он должен быть здесь. Да что, он опять куда-то ушел? Ладно, прокопаемся здесь. Это нельзя было копать. Вон, я его вижу. Теперь в некоторых местах мы создаем пашни, дабы они могли выращивать растения и выжить в этом зомбоапокалиптике. Окей, я придумал. Сделаем ему небольшую пасхалку, от чего он просто офигеет и ничего сразу же не поймет. Это дырка выглядит такой смешной. Сделаем ему здесь огромную нору, будто бы здесь реально живет какой-то мышонок. Отлично. Теперь, я думаю, нужно добавить на пике, добавить их головы, чтобы это придавало устрашение. Ну все, думаю, можем включать микрофон. Добейт. Фиксай. Там уже все время закончилось. Да, 5 минут закончились еще 8 минут назад. А, даже так. Ну, ничего страшного. Я все равно уже эти 3 минуты тому назад давно уже все сделал. У меня прям очень крутая база выживших. Да, но я думаю, что с моей она точно не сравнится. Это мы еще посмотрим с тобой, Фиксай. С кого первого начнем? Я думаю, давай с тебя. Да. Бай. Ну что же, окей, я тогда прямо сейчас лечу к тебе. Так и... Оу! Это последний оплот выживших. Именно здесь они сражались с зомбу. Именно здесь зомбу не могли пройти данную стену. А уже за этой стеной находится жизнь, где люди стали выращивать поля, дабы пропитать свои семьи. Ничего себе, а почему не только одна сторона сделана? А, потому что 5 минут всего лишь было дано. А, понятно, слушай, ну в принципе выглядит вообще очень внушаемо. Ага. Мне нравится, но с моей базой она не сравнится. И, кстати говоря, я как будто бы видел уже эту базу где-то. Может, в каком-нибудь фильме? Просто напоминает какой-нибудь фильм, ну не знаю какой. Ну да, что-то напоминает, но с моей базой оно реально не сравнится, хотя... Стоп, погоди, добейт. А давно у тебя мыши завелись? Какие мыши? Ну вот, смотри, это ты так ступеньки поставил? В смысле, нет? А что это? Я не знаю, это мышь? Какая мышь? Нет, я не ставил никаких мышей. А что это тогда такое? Да, видимо, зомбу прогрызли, пытаясь прорваться через эту стену. Наверное. Ну ладно, добейт, давай, поехали смотреть мою постройку, только закрой глаза. Погнали! Ладно, закрыл. Закрыл? Да. Давай, я тебя сейчас телепортирую. Тоже закрыл, да? Не видишь ничего? Да, да, закрыл. Хорошо, я тебя телепортирую. Все, можешь открывать глаза. Ага. Угу. Ага. Ага. И где? Так вот она. Не прогрузилась? Где? В смысле, вот она. Ага. Вот, вот моя база. Что? Вот такая вот. А как ты ее такой маленькой сделал? Ну вот так. В смысле, так? Чего? Ну вот, смотри, я в базе. Что? В смысле, ты А как? Не понял. Чего не понял? Это что за блок такой новый? Вот такой вот новый блок. Его можно копировать? Нет. Это даже не база, понимаешь, это сетка, на которой продукты в магазинах кладут.
Мне аж плохо стало. Ну смотри, сюда можно, значит, добавить, смотри, вот яблочки всякие. Ну смотри, вот так вот яблочки. И смотри, чисто прилавок магазина. Это точно база, а не прилавок? А, слушай, ладно, я тогда просто промолчу. Стоп, подожди. Чё? Если ты так можешь делать, и к тому же тут помещается... А это еще что? Чё? Это... Ничего. Это видео дырку! Какую Стоп. Дырку? Там не было никакой дырки! Подожди. Что? Ты все это время мог становиться маленьким? Нет, нет! А эту дырку? А не ты ли случайно там мышь, что залезла? Нет, там нет, 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 не было, не было никакой! Так, фиксай! Все, пока, пока! А как же приз? Эй! Ты куда ушел? Вот же жук! О, все, я вышел с Дискорда! О, я до конца надеялся, что он ничего не поймет и не спалит, но нужно было закрыть эти ямы в обсидиане. Но в любом случае, троллинг получился очень хорошим. Надеюсь, вам понравился данный ролик. А если так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. А для вас возможно фиксай. Не забывайте смотреть предыдущие битвы строителей, а также другие ролики. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока!